Друзья, всем привет! Вы на канале Candy Insight. Сегодня предлагаю вам отправиться с нами на кемпинг. Мы уже с кемпинга приехали, я это видео уже перезаписываю, потому что стартовую я куда-то профукал, честно говоря. То ли удалил, то ли еще что-то с ней произошло, не помню. Так что расскажу и покажу, куда мы поехали, с чем мы столкнулись, как у нас был дождь, как у нас погода поменялась резко на плюс 6 в июле месяце. В общем, все будет интересно. Не пропустите этот выпуск. Кто не подписался на канал Candy Insight, лайк, подписка, колокольчик. Погнали! Ну, друзья, выезжаем. Лера, ты готова? Ота, ты готов? Вот. Все практически забито. Очень сильно нам помогли наши друзья. У них машина побольше. Они забрали палатку и матрас. А так вот мы все упаковали. Ну, можно сказать... доверху. Здесь у нас кулер, здесь у нас барбекюшка такая пропановая, деревянная, там дерево купим. Здесь у нас что? Правильно, бухара, в общем, ящичек такой маленький. В общем, мы упакованы, выезжаем. Ехать 300 километров примерно, вот столько пишет времени, ну что делать? Ота, вперед к путешествиям, как говорится. 401 хайвей, друзья, добро пожаловать. Самый известный хайвей провинции Онтарио. Идет от Детройта, можно сказать, от города Винсор, и до, если не ошибаюсь, Монреаля. Вот, друзья, мы проезжаем один из самых известных парков, называется Wonderland. Вот такой вот, типа местный Диснейленд, по-канадски. Вот, друзья, доехали мы до города Берри, остановились вдоль трассы, есть такие местечки, называются On Road. В общем, здесь можно заправиться, сходить в туалет, ресторанчики различные есть. Сейчас мы что-нибудь перекусим. Электромобили можно зарядить. Ну, в общем, инфраструктура вся есть для людей. Здесь можно купить различные снаки, что-то покушать. Вот есть Tim Hortons, Popeyes and A&W. Сейчас выберем что-нибудь. Решил я все-таки в Tim Hortons взять что-то покушать. Взял два сэндвича плюс два кофе таких холодных. 23.46. В общем, у Леры упрощенный вариант сэндвича. Она мне отдает булочку с намазкой. Я это люблю дело. Лера точит с говяжкой, с говядиной, а я с ветчиной. Такой вот красавчик. Ну что, одна треть уже пройдена. Мы подкрепились теперь без остановки, надеемся, до самого Алгонкина. Итак, очень много едут на кемпинг, на активный отдых. Ну вот как вариант. Два гидроцикла, пожалуйста. Закрепил и погнал. А слева кемп Хиллбилли называется. Хиллбилли. Ну это смешное название, реально. А так здесь, ну вот, я не знаю, тут один лес, ребят. Жизнь здесь, ну она возле трассы есть, вот, но не более того. Ну что, ребят, заезжаем в Алгонкин парк. Все уже, наверное, здесь расположились, только мы одни едем. Трасса пустая. Все, мы доехали. Сергей уже тут разбил палатку, две палатки и тент над этим, как называется, над столом. Вот, машина у них побольше, чем наша, в два раза. Они нам помогли очень сильно с перевозом вот этой вот штуки. Мы это новое, кстати говоря, мы купили палаточку. Сергей помог разбить. Сергей, привет. Вот их палаточка. Ну, в общем, о, тут даже есть туалет рядышком. Слушай, ну, хороший. О, кстати, там палатка такая же, как у нас. Абсолютно. Вон, такая же палатка. Всем, так сказать, доброе утро. 6 утра, 30 число. Нас замочил дождь. Всю ночь лил дождь. В общем, спасались как могли. Есть хорошие новости и не очень хорошие. То, что дождя сегодня не будет, не очень. То, что сегодня плюс 14. Вот. Лера, днем плюс 14, а ночью плюс 6. Так что завтра будет посолнечнее, и я вам все расскажу и покажу, что у нас здесь происходит. Так, друзья, вот наш кемпсайт номер 126, Кеннисби Лейк. В принципе, он удобно расположен к туалетам, туалеты. Вон там вон вода, воду можно набрать для мытья посуды. Вот наша палаточка. Такая вот на 6 персон, но мы помещаемся там вдвоем. В палатке в комплекте шла вот такая штука и 4 стула. Вот эта штука, я не знаю, как она называется. Даже по-английски я не знаю, как она называется. Ну, какой-то, в общем, навес мы здесь храним, наши кулеры с едой, воду, ну и так далее. Брезентик постелили вот так вот.
вон сверху, потому что первые два дня были здесь дожди, мы приехали, был дождь, 30 числа, 30 июня был тоже дождь. Сейчас покажу, что внутри, внутри небольшой бардачок. Добро пожаловать к нам в дом. Вот здесь наши личные вещи, небольшой бардак, не обращайте внимания. Насос электрический для накачки матраса. Матрас queen size, такой вот, два спальника. Первый, второй. Сегодня ночью было плюс 6 градусов тепла. Вообще классно спать. Вот, утеплились и, в общем, без всяких проблем. Здесь у нас ручной насос на случай, если откажет. Электрический пылесос. Резиновые сапоги Лерина. В общем, все пригодилось. Лера кушает. Лера хомячит. Приятного аппетита. Вот, вот эти стулья шли в комплекте с палаткой. В общем, наш кемпсайт прикольный. Разделено разделение с соседями таким вот лесом. Там соседей вообще практически не видно. Такой вот овраг. Вот, что еще показать вам. Вот наш fire pit. Вот, мы пытались на нем приготовить барбекю, но очень муторно. Столько дров нужно купить, чтобы здесь распалить барбекю, честно говоря. Потому что расстояние очень огромное, надо углей столько жечь, чтобы жар был хороший. В общем, целую пачку углей на один раз, конечно, никуда не годится. А собирать дрова нельзя. Тут столько дров, вот посмотрите, тут дров вообще вот-вот. А менеджеры говорят, эти, как называется, парков управляющие, нельзя вот покупать вот специальные, которые у них опрувлены, так сказать. Пожалуйста, покупайте и вот можете жечь спокойно. Так что мы привезли с собой вот такое вот устройство, мини-барбекю пропановое, вот на таких вот баллончиках. Вот. Вот оно небольшое, но очень-очень эффективное. То есть его запаливаешь, через минуту можешь уже жарить. Такие вот баллончики, друзья, хватает, ну, примерно часа на 2 работы. Стоит баллончик примерно каждый $8-9. В этом году мы прибарахлились, купили москитную сетку. Она очень классно становится на стол, так вот закрывает, и спокойно располагаешься, там ни комаров, ничего нету, и от дождя тоже она спасает. Но мы еще сверху от дождя натянули такой вот тарп, у нас был, мы в прошлом году купили. В общем, от дождика мы спаслись всеми возможными способами. Так что еще рассказать, вот у нас есть две такие плитки, плитки вообще очень крутые, вот без чего жизнь на кемпинге не обходится, это вот без там приготовки, либо подогревки чего-нибудь. Вот, пожалуйста, плита. Вот здесь вот бутановый баллон, 227 грамм в баллоне этого бутана. И его хватает примерно на 1,5 часа работы, если полностью. Баллончик стоит примерно $3-4 сразу. Там комплектом 3 баллона, по-моему, 9,99 в Канадиентаре. Что еще имеется, друзья? Ну, кулеры. В кулере это вот кулер для охлаждения. Тот кулер для заморозки. Посмотрим, кстати говоря, сегодня 1 число, 1 июня. Паковали мы 29 июня днем. В 2 часа дня замороженный продукт. Посмотрим, что сейчас с ними. Расчехлил. Посмотрим. Вот у нас тут еще холодные. Они, конечно, не ледяные аккумуляторы холода, но холодные. Мясо еще на 50% заморожено, такое еще тверденькое. Другое мясо еще заморожено. Ну, в общем, прошло 3 дня. Ну, 3 дня спокойно держит, без всяких проблем. Здесь тут пачка льда у нас субботняя, лежит, суббота. Еще есть, еще остался. Мы его немножко используем с нашим другом Джеком. Вот. Но все равно, в общем, из-за того, что здесь не палит солнце, преимущество этого кемпсайта, это, естественно, деревья. Вот так вот 1 июля, да, вот здесь ребята свернулись, вот здесь ребята были тоже на двух машинах на кемпсайтах, в общем, все уехали. Там снизу тоже была большая компания, наверное, 3 кемпсайта у них было занято, тоже все уехали. Ну, остались только мы, наши соседи, и там вот дальше есть люди. Так, в целом, вот пару положений таких о парке. Аренда вот таких мест, она стоит от 35 до $50. Ну, вот у нас за 3 ночи получилось $150. Есть электрифицированные, есть не электрифицированные. Там есть такая желтая штука, это розетка. За электричество, по-моему, еще даже отдельно что-то платить, по-моему, $10-15 в день. Я могу ошибаться. В общем, народ здесь подготавливается по-разному. Кто-то приезжает на машине-доме, RV, тот же самый recreational vehicle.
а кто-то приезжает просто с палатками, как мы. Да, кстати говоря, за вторую машину еще придется доплатить $40. А мы, кстати говоря, друзья, идем сейчас на озеро, нам привезут каноэ. Здесь в Алгонкин парке можно заказать каноэ в аренду. Вот столько это будет стоить на одни сутки. То есть они привозят либо в 10:30 утра к 10:30, либо к 2:30. И, соответственно, на следующий день забирают в это же время. Либо в 10:30, либо в 2:30. Да. Вот. Нам так повезло, в кавычках, то, что сегодня 1 июля, день Канады. Канадка. Вот, стала, забыла, да, флаг. Забыла флаг. И, в общем... Дальше я не помню. Да, все, гимн закончился. Вот, вот называется Comfort Station. Там можно... Работает 24 часа в сутки. Можно, в общем, там помыться, побриться, все свои дела сделать, постирать. Да, у нас несколько кемпсайтов здесь, и на каждом кемпсайте есть своя Comfort Station. Это у нас центральная Comfort Station, вот, где можно все свои дела делать. Следующее, бронировать нужно заранее. Ну, как заранее? Мы бронируем за 6 месяцев. Вот. Нет, ты расскажи, как ты бронируешь. Да, вот, в общем, если я хочу забронировать на, вот как я забронировал на 29 июня, дата заезда сюда, то я должен ровно 6 месяцев назад встать в этот день, вот 6 месяцев назад отмотать в 7 утра и выбирать свой кемпсайт. В феврале, по-моему, мы бронировали это, я уже не помню. Февраль, март. И что получилось, то что было единственное одно наше вот это место во всем Алгонкин парк на эти даты. А люди что делают? Люди вообще на самом деле хитренькие. Есть такой лайфхак. Я о нем не знал, но сейчас я о нем знаю. Вот. Например, если тебе нужно забронировать на вот эти дни, ну, там, с 29 июня по 2 июля, бронирую с 20 июня по 2 июля. А потом, на следующий день, когда ты забронируешь с 20 числа, там на 2 недели вперед, просто отменяй те дни, которые ты не хочешь. Ты тебе вернут за эти дни деньги. Если ты сразу отменишь, там в течение, по-моему, 2-3 дней, никакой комиссии с тебя не задерживают. Я об этом, честно говоря, не знал. Но выучил такой лайфхак, общаясь это с канадцами. Это как канадец коллега научил. Да, как канадский коллега на работе меня научил. Говорит, ага, говорит, я тебе там подкину пару идей. Ну, дошли мы до озера Кеннисби Лейк. Вон такая вот красотинушка здесь. Наконец-то погода наладилась на третий день нашего пребывания. Завтра уже уезжать. Ну, хоть один день мы отдохнем и покатаемся на... каноэ. Ну вот, приехали лодки в назначенное время, в 10:30 утра, как положено. Приезжают, привозят каяки, каноэ. В общем, друзья, каноэ обошлась нам $49. Ну, в общем, полтинник. Очень удобно. Подвозят. Вот сюда их все сваливают. Номерок вам дают. Наши CG32, там беленькая. Ну, попозже я вам покажу. И далее эти лайфджакеты, как их называется, спасательные жилеты. Тут специальный такой набор спасательный, в общем, чтобы СОС подавать каким-то образом, как он сказал. Ну и два весла с собой их забираем, говорит, не оставляйте их здесь, потому что случайно может кто-то по ошибке их забрать. Ото Штурман, я просто отдыхаю, потому что, в принципе, мне нужно же для вас контент пилить, вы понимаете, да? Эксплуатация женского труда, она, ну... Она просто здесь присутствует на все 100%. Посмотрим, друзья, вон там он островок, нас он заинтересовал. Поедем, вернее, поплывем на остров. Не только мы одни здесь, люди плавают, люди привозят свои каяки, каноэ, либо берут в аренду. В основном берут в аренду, я смотрю. Ну вот наша цель первая, это вот на вот этот остров попасть. Мы уже близко, мы уже... Сколько мы проплыли? Ну, полпути как минимум, даже больше. Опять же хочу сказать, что дно видно, ну тут метр, наверное, ну может быть максимум полтора глубины. Вот, весь путь. То есть, в принципе, здесь можно пешком пройти. Вот доплыли мы до острова. На остров мы высаживаться не будем. Там так интересно. Здесь глубина поменялась резко. Стало очень глубоко, дна не видно. Там подплываешь поближе, метров через 10.
такая плита сразу становится. Пожалуйста, такие вот камушки огромные. Вот это озеро, по-моему, не соединено ни с какими другими озерами. И оно, в принципе, оно не маленькое. То есть мы были на Pog Lake. Pog Lake, оно раз, наверное, в 10 меньше, может быть, даже в 20, чем вот это. Знаете, друзья, запахи. Вот тут пахнет прям лесом, таким хвойным-хвойным. Вообще, ну, ни с чем не сравнится. Все-таки Алгонкин, ну, суперский. Кто живет в Торонто, либо окрестностях, это, как говорится, must have. Как Лера поживает? Хорошо. А вот. Подо мной спряталась. Солнышко, ну ладно. Вот у нас тоже кемпер уже не первый год. И этот, да, он не особо в восторге, но такой этот. И умеет лодкой даже управлять. Нашли такой канальчик прикольный. Вообще обалденно. Ребят, зацените. Вот эти скрежещущие звуки, это там Ота пытается себе подкоп сделать в лодке, чтобы поспать немножко. Ай, пока. Так, главный вопрос, сколько это все стоит, Саша? Вот ты все, конечно, показала, рассказал, сколько это стоит. Сам кемпсайт, аренда на 3 дня, вот это стоит $150, наш кемпсайт. Есть кемпсайты подороже, есть кемпсайты подешевле. Если он электрифицированный, то чуть подороже будет. У нас не электрифицированный, он вот чуть подешевле. В общем, $150. За вторую машину надо доплатить $40, потому что кемпсайт рассчитан на один автомобиль. Вот, за второй они просят $40. Дальше самое затратное у вас будет первая поездка, потому что все оборудование купить, все будет зависеть от того, что вы покупаете, какое оборудование, какого качества, ну и так далее. То есть все купить может $1200-$1500. Вообще все под ключ, с горелками, с плитами, в общем, с мешками спальными, с одеждой. В общем, все-все-все. Будет первый ваш выезд, там, $1200-$1500. Потом, когда уже у вас все будет, то каждый выезд вам будет обходиться, вот нам обходится примерно $400-$500. Это учет аренды кемпсайта, учет продуктов, учет алкоголя, чего-то еще там докупить, потому что то пропановый баллон докупишь, то брезент какой-то купить надо, то еще что-то хочешь, то еще. В общем, все вечно покупается, в общем, с учета даже, ну, бензина, естественно, еще бензин надо, чтобы сюда доехать 300 километров от Торонто. Хоть такую сумму нам. Есть все различные туры с 96-го года, такие вот рекламки. Ну, пожалуйста, фишинг-тур, 3 часа, $300 на двоих. Не хотите фишинг-тур? Ну, все, собрали. Квест номер 10. Поместить это все в машину. Вуаля, магия монтажа. Та-дам! Все поместилось, ребят. Ничего не осталось. Осталась собака, осталась охранять. Это мы все выбросим. Вот, ну что, еще место есть, да, вот еще сверху немножко можно забросить, так что Королла нас уже 8-й раз на кемпинге выручает. Ну что, друзья, наше путешествие подходит к концу, пора собираться, да, вернее, уже собрались, не хотим. Бросьте вот меня здесь. Как уже вы видели, первые 2 дня у нас были абсолютно неудачные, был только один день, где мы могли искупаться и, ну, получить хоть какое-то удовольствие от дня, но мы не жалеем, да, то есть прикольный опыт, классный опыт, плюс 6 спать тоже нормально, вот, сойдет под 2 куртками. Все, друзья, всем хорошего настроения, увидимся примерно через неделю. Пока-пока, Ота, скажи пока. Ота.